Здравствуйте. Итак, начинаю очередное вязание с вами. Так, поехали. Так, смотрим. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Хочу вам сказать, что я вяжу салфетку. Вот. А потому что, ну, вы понимаете, что... Ну, так вы знаете, салфетка называется филейная салфетка. Делаем такие смычки. 29, 30. Так, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Так, 37. Мозг идет. Так. И ножки наведем вот так, немножко ее развернем, чтобы она была у нас, это, так сказать, никуда не двигалась. 37. Так, 37. Вот, 37. Так, дальше, поехали. 38. Так, я уже повернула, показать вам, это, ну, по почти, 38. 39, 40. Так, дальше перевертываем и начинаем. Так, опять 41 42. Так, 42. 40 43 40 4 40 5 40 6 40 7 48 49 50. Так, перевернули и опять. Так, дальше 51 52 53 54 55. Кстати, хочу сказать вам, сейчас я завяжу 7 минут и потом пойду спать, пойду. Чтобы мне это просто порядка, чтобы по 20 минут не надо вышивать. Так, 55, 56, 57.
дальше мы с вами. Так, ну, мы будем это так 60. Так, теперь поехали дальше. Так, 61. Так, 62. 63. 64. 65, 66. Кстати, хочу вам сказать, что у меня 3 пакетика. У меня, кстати, в этом пакетике 3. Это у меня медное, а это у меня 2 сонных чай. Поэтому сейчас я лежу и пойду спать уже. Все. Мне надо лечь спать. Так. 61. 62. 63. 64. Так, 64. Вот. Видите, сколько я уже, видите? Кстати, я вот хочу сказать, немножко надо ее разогнать, но надо будет, знаете, вот так ее вот так подержать. И так ее раз, два, три, четыре, пять. Она была такая вот, знаете, пузовая. Вот. Так, 55. Так. 72. Ну все, пока, всем до свидания. Пока увидимся с вами через послезавтра, да.